В этом году исполняется 100 лет со дня рождения классика казахской детской литературы Бердибека Сокпакбаева. В честь знаменательной даты в универсальной библиотеке имени Пушкина прошел культурно-познавательный вечер «Балалар әдебиетінің бәйтерегі». На мероприятии была представлена выставка произведений писателя. По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева с начала года проводится празднование столетия писателя Бердибека Сокпакбаева. Журналист-педагог Гульмира Султановна поделилась научными данными о писателе. Богатый язык и специфика стиля в произведениях Сокпакбаева легли в основу многих научных трудов. Наиболее реалистично отражены реалии жизни в произведениях, изменения в обществе, образы героев, детская психология. Поэтому произведения писателя по сей день являются одним из самых читаемых. Бердибек Сокпакбаев мастерски создавал разные психологические образы, показывая, как способен меняться человек, его характер, в зависимости от времени и обязательств. Он предпочитал вносить в произведения собственные жизненные наблюдения, включая свои ощущения, взгляды, эмоции. Его бесхитростные по сюжету, но глубокие по смыслу произведения сразу же нашли отклик не только среди подростков, но и у широкого круга читателей. Мероприятие организовано на высоком уровне. Спасибо за это организаторам. Сегодня мы стали еще ближе к произведениям Бердибека Сокпакбаева. В мероприятии, организованном в рамках акции «Одна страна, одна книга», приняли участие не только школьники, но и свыше 50 студентов вузов. На его произведениях выросло не одно поколение. Все произведения Бердибека Сокпакбаева напоминают о далеком и светлом прошлом. Во многом его произведения автобиографичны, посвящены всевозможным историям, а главные его герои – добрые, озорные жители простых аулов и областей. Стоит отметить, что главная цель акции – «Одна страна, одна книга» – знакомство с творчеством лучших писателей казахской литературы, повышение интереса к книге среди подростков. Ернур Бубиев, Кайрат Пашаров, новости.